Всем привет! С вами Джура Даймонд. И наконец-то в наши края пришло лето. Время, где ты полностью можешь забить на свое домашнее обучение, насладиться красотой и насыщенностью природы. А также ярко-голубым небом с белыми облаками. Лето – это время, где ты можешь найти такие красивые растения, как сирень. И вот этот цветок. Не знаю название, напишите в комментариях. Но самое главное – это открытие ягодного сезона. Теперь можно лакомиться такими вкусными ягодами, как насыщенно-красная клубника и темно-бордовая черешня. Желаю всем вам, чтобы вы провели это лето с пользой и чтобы вы провели его настолько хорошо, чтобы оно запомнилось вам надолго. А с вами был Джура Даймонд. Всем пока!